Сначала мы хотели рассказать вам о новых ценностях так. А ты знаешь, что у нас новые ценности? Правда? Какие? Потом так. Наши новые ценности позволяют нам двигаться вперед, достигая новых побед. Но вместо этого решили спросить вас самих. Здравствуйте. Ценности компании, они же недаром просто так выбраны. Люди за них голосовали, люди их выбирали. Прежде всего, наверное, эти ценности каждый примеряет к себе. Уважать друг друга, быть честными, корректными, справедливыми, помогать друг другу. Это все идет, я так думаю, из семьи. Ценности компании, которую сейчас компания выбрала, это справедливость, ответственность, командная работа. Они для меня очень близки по духу. Это была сдача объекта. И там у нас в паркинге кабель проходил, но он тяжелый был. И вот у нас энергетик там бегал, он ходил, искал людей. Потом просто сидели мастера, прорабы, мы говорим, какая проблема, пойдем сами этот кабель вытащим. Что у нас, сил не хватит. Вот и все, пошли, убрали. Есть команда компании, есть команда проекта, но это единый механизм. Команда – это сила. Если команда вау, то и работа вау. Бывают моменты, когда надо просто где-то что-то поднять, принести. То есть не так раздать команду всем и потом в сторонке смотреть как статист. Биогрупп – большая семья, где каждый занимается своим делом, но тем не менее мы делаем одно дело. Как кирпичики. Одна цель у нас общая – это построить объект, сдать его. Я счастлив, когда могу своим детям сказать, это строил ваш папа. Или принимал участие. Я всегда ощущаю себя волшебником. То есть, вот посмотрите сейчас, вот здесь пустырь. Здесь ничего нет. Придет строитель, как я. И здесь завтра будут дороги, будут дома. И там будут жить люди.